У нас, ребята, воскресенье, ничего не снимала эти дни, потому что не очень себя хорошо чувствую. У меня на выходные приезжал Ильюша, сегодня уехал домой. Так, что я делаю? Я стряпаю хлеб. Вот первые две буханочки уже постряпала. Сейчас полотенчиком накроем. Тут у меня еще тесто лежит. И вот здесь вот у меня поставила, у меня поднимается. И в духовке еще один хлеб выпекается. Вот такая вот вкуснятина у нас сегодня будет. Вкусный домашний свой хлеб. Всем добрый день, у нас новый день, новый влог. Я разогрела маленьким суп, сейчас будет суп кушать. У нас время уже обеда, сейчас буду покормить обедом их. Все остальные в школе. Сегодня у нас автобусы опять плохо ходили. У меня сегодня Оксана, скорее всего, опоздала, не знаю еще. Надеюсь, что не опоздала, потому что один раз ушла на остановку, автобуса не было. Второй раз пошла на остановку. Замерзла там вся, пока стояла, ну, вроде ничего. Так что вот так вот. У нас снег на улице идет. Мы вчера с мужем заквасили капусту в банке. Сейчас я вам постараюсь показать. Тут Василиса еще на печке сидит. Козюля такая греется. Сейчас покажу вам. Видите, чудом ее сидит. А вот мы вчера квасили капусту в банке. Уже не первый раз так делаем. Вася! Моя косявица, печка после топки-то на теплая. Эй, я тебе, козюля, такое. Ты зачем маму бьешь? А? Ты зачем маму бьешь? Мама что тебе плохого сделала, козя? Напишите, какая у вас погода. У нас снег. Снег, 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 снег. Илья сыпется. Идет снег. На улице хорошо. Более-менее погода стала. Ладно, пошла, ребята, кормить обедом. Дорогие друзья, у нас время ужина, и сегодня у нас на ужин будет это пюре со свининой. Дети курицу уже неохотно едят, поэтому филе свинины, что я последний раз покупала, вот решили приготовить. Тут еще мясо осталось и пюре, полная кастрюля. Ладно, всем, кто кушает, всем приятного аппетита, ну а мы пошли кушать. Всем добрый день, у нас уже день, Оксана едет в школу. А я иду по своим делам. Мне надо в город. По делам. Да, Оксана? Снега много. Оксане, говорю, другую куртку одевать. Она не хочет ни в какую. Прямая девка, как не знает что. Так что вот такие вот дела у нас. Тайсон! Тайсон! С Тайсоном все в порядке. А то некоторые переживают за него. Да, Тайсон, скажи, я все в порядке. Ладно, идем, а то уже автобус проехал. Дорогие друзья, съездила я в город. Сейчас пришла, села кушать, на сил нет никаких. Короче, ездила в полицию писать заявление по поводу того, что публикации в группе в Красновишес без границ пишут. Опубликовывают. Поэтому я писала заявление в полицию для разбирательств. Знаю, что посмотрим, что получится. Вот такие вот дела. Все это вранье. То, что муж от меня ушел, то, что бухает он. Это все вранье, ребят. Не верьте этому всему. Это все вранье. Такие вот дела. В целом, сейчас пока ездил, муж приготовил вермишель и мясо. Я села на немножко перекусить, и мне надо на почту сходить. Голова болит, еще таблетку надо выпить. Так что вот такие вот дела. Пришла уже у меня Машенька со школы. Оксана уехала в школу наоборот. Машенька сейчас кушает тоже. Маш, ты не танцуй, ты садись, ешь. Я не танцую. Если ты хочешь со мной идти потом. Я не танцую. А что ты делаешь? Так что вот такие вот, ребята, у меня дела. Ладно, буду кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита и всем желаю хорошего дня. Мы с Машей пошли на почту. Маша со мной захотела. Я хотела одна идти. Она говорит, я мама с тобой. Поэтому я говорю, ну ладно, пошли со мной. Сейчас стою, жду, когда Маша подойдет. У нас снег идет. Все понятно. Ладно, идем на почту.
Красота! Теплый снег, лепота. Видишь вот это вот? Это что? Я вот так вот по следам поедем? Нет. Ты как крот. По снегу. Всем привет! У нас сегодня вот столько уже снега. Мы с Ваней поехали в поликлинику. Мушка челюсть у него ждет, когда снег отвалится. Пойдем, Ваня, пойдем. Пошли. Ваня, ты куда пошел? Вот сюда иди, шагай. Сейчас Егорка выйдет дорожки чистить. Видите, сколько у нас... Ваня, иди вот посюда, пожалуйста. Вот посюда. Вот иди по следам. Давай, шагай. На остановку идем. Едем в поликлинику, в детскую. Вот такие вот дела. Снега навыпадало, конечно, вообще ужас много. Да? Чудо ты в перышках. У Вани куртка другая не высохла, блин. Ваня, иди нормально. Пришлось эту одеть пока. Та не высохла куртка. Хоть у нас и печка, но не успевает. Так, ну-ка, стой. Стой. Сейчас полные будки снега будут. Все, шагай. Нет. Да. Ладно, все, поехали мы. Куда? Отходи. О, тут завалило как. Ладно, все. Пошли сюда. Куда пошел? Сюда шагай. Шагай, шагай, шагай. На дороге слякоть. Давай руку маме. Слякоть на дороге. А так хорошо, тепло на улице. Да, Ванюшка? Да, сегодня у нас пятница уже. Последний день школы, потом выходные. Да, на автобусе поедем сейчас. Ладно, пошли мы на остановку. Все, дорогие друзья, приехали мы от невролога. Съездили с Ваней к неврологу. Теперь у меня есть предписание от невролога, что мы, нам рекомендуется логопед и как-то там еще написано в направлении. И отнесу завтра это в администрацию. Попробуем по-другому добиться логопеда. Пока четки, наши попытки, честно, не очень. Короче, зашла в магазин. Сейчас покажу, что купила. Давайте первое покажу. Я отдам детям, чтобы они уже забрали. Вот такие вот кукурузные палочки цветные в сахарной пудре. Упаковка тут 500 грамм. На, Ваня, идите туда. Грызите, чтобы у меня тут не мешались. Дальше. Деткам булочки взяла. Сегодня некогда было стряпать, но две упаковочки взяла. Но у меня тут масло достали. Я хочу сделать... Маш, будем орешки делать? Орешки хотим сделать. Дальше. Потом мы с Ваней... Тихо! Тихо, я сказала! В комнату идите! С Ваней взяли вот такие вот шоколадки. Тихо, я дам попозже, иди пока отсюда. Короче, 5 штучек взяли на, по половинке всем деткам. Здесь у меня еще 2 белого и 1 черная. Сейчас хлеб положу на место, чтобы лежал. Просидели мы там, ребят, 1,5 часа, чтобы попасть к неврологу. По записи там много было и без записи много было. Принимали одного по записи, другого без записи. Короче, 1,5 часа мы там просидели. Бедный ребенок устал, в автобусе уснул. Потом позвонила мужу, говорю, встреть меня. Говорю, а то Ваня уснул. Вот он встретил меня, забрал Ваню, я зашла в магазин. Дальше взяли вот такие вот баранки. 2 упаковочки. Детки их любят, всем как раз. Молока 2 литра. И рыбку соленую взяли 2 штучки. Вот такие вот целые все покупки. Это как у нас распаковка чаек. Знаете, смотришь. Смотрю один канал, тут очень интересный. И вот. Вот такие вот покупки в целом. Так что посмотрим, что получится у нас. В целом сходили. И да, взяла справки в садик. В понедельник Ваня с Мариной пойдут в садик. Все, хватит им дома. Все пускай в садик идут. Вот такие вот дела. Ладно, пойду я чай попью и таблетку выпью, а то голова раскалывается. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня.